Современные дороги Казахстана отражают суть отношения властей к собственному народу. Несмотря на ежегодные дотации на ремонт и реконструкцию, шоссе остаются в плачевном состоянии. Впрочем, не везде. Там, где проезжают кортежи высокооплачиваемых чиновников и самого Елбасы Назарбаева, с дорожных полотен чуть ли не пылинки сдувают. Другое дело – простой люд. Эти и по кочкам, и по ямам ездить могут. В Семее, например, больше года назад работники ЖКХ перекопали улицу вдоль колледжа Жастар и благополучно забыли закончить работу. Теперь, благодаря такой заботе местных властей, более 250 детей и преподавателей учебного заведения весной буквально тонут в талых водах, а летом от малейшего дуновения ветра остаются под пылью и песком. В прошлом году здесь устанавливали водосточную трубу. Вот на этой улице. Все перекопали и поменяли эту трубу. Но ее неправильно положили. Вода толком не уходит. Дорога плохая, тротуар плохой. Все перерыли в прошлом году. А вместо этого нормально ничего не сделали. В той стороне дорога вообще в аварийном состоянии. Чревата несчастными случаями. Здесь дети учатся. Такое отношение властей для жителей Семей не в новинку, только вот рост возмущения граждан никак не пропорционален росту решаемых проблем. Мы все знаем, что мы все тонем, мы все плаваем, но и когда говорят, что где-то еще хуже, мы считаем, что почему мы должны сравнивать с теми, кто хуже. Машины, даже автобусы по уши в грязи, вот со вчерашнего дня вроде выкачали, но меня удивляет такой вопрос, почему для того, чтобы элементарные какие-то вещи сделать, нужно вот, ну, доходить до белого коленя, кричать и так далее. Почему они не слышат, почему они делают? Трудно прогнозировать, к чему может привести недовольство отчаянного народа, но дороги в Семее в этом году опять вряд ли отремонтируют. На это у властей, как обычно, нет денег.